Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Она в клетке. В клетке. Будем ее с клеткой поднимать или клетка отдельно? С клеткой поднимать будем. Хорошо, защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Наталью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Натальи поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, она стучит в эту клетку и просит вытащить ее. Хорошо, даю команду. На счет 3 эта клетка полностью до 100% силы моего намерения отключается от биополи Натальи. 1, 2, 3. Выходит из ее биополя, отправляется в клетку-тюрьму. Готов. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Натальи, под ногами. 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Натальи. Находит все. Значит, клетка рядом гуманоид. Гуманоид. Хорошо. Также у нее есть спрут. Угу. И... Сейчас, секунду. У нее есть душа неупокойная, но она не выходит, потому что мы не произносили ее. Хорошо, даю команду. Если неупокоенная душа присутствует в биополе, Наталья, она выходит и отправляется в клетку-тюрьму. Это ребенок, 14 лет. Как тебя зовут? Инга. Инга, а как давно ты ушла из земного воплощения? Сколько лет прошло? Год прошел. Понятно. Как ты погибла? Сколько тебе лет было? Машина сбила. 14 лет. 14 лет машина сбила. И ты не могла понять, что происходит, да? Мама не отпускала. Мама не отпускала. Я осталась. Хорошо, Инга. Ты хочешь уйти в светлый портал, да? Очень хочу. Сколько ты находилась в биополе, Наталья? 10 месяцев. 10 месяцев ты ждала возможности уйти? Да. Ты знала, что мы... Открываем портал, ты нас ждала? Я видела ее. Ее? Кого? В ее телах происходили Наталья. Трансформации. И ты поняла. Хорошо. Хорошо, Инга, не смей тебя больше задерживать. Желаю тебе всего наилучшего в новой жизни. Даю команду. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Инга идет в этот портал. Ее встречает куратор. Все, кто ее знали и любили. Встречает ее Вера? Но очень сожалеет. О чем? Что так рано ушла. Она говорит, что она глупая. Считала себя взрослой. Благодарит за то, что ей открыли портал. Во благо желаем тебе всего наилучшего в новой жизни. Закрывает. Да, ее встречает. Замечательно. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Спрут. Сейчас подожди. Спрут, гуманоид, да. И джин есть тоже. И джин есть. Хорошо, считай цифру джина над головой. 17-11. Молодой синий джин, да? Да, но он как трепещет весь. Говорит, что всего 3 месяца здесь. Хорошо, рассказывай, как долго ты находишься здесь? 3 месяца, да? На что ты зашел, с какой вещью попал? Чем быстрее ты объяснишь мне все, тем быстрее я тебя отпущу. Живет он там, где она находится. Ты живешь в том месте, где она находится. То есть ты... Подключился к ней. Понятно. Хорошо, Джин. Давай подумаем, как мы с тобой можем эту ситуацию разрешить. Если тебя отпускаю, и вдруг Наталья скажет, проверь меня, через 10 минут я ее вытаскиваю, и ты опять стоишь в клетке. После этого я... Не хочет с тобой связываться. Чтобы со мной не связываться, ты не должен связываться с ней. Тебе это понятно? Да, понятно. Хорошо, это я хотел услышать. Давай сделаем сначала реверс энергии. Я даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам и их подключкам, ответственные за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. Каналы выстроились, и к этой клетке канал выстраивается. В сущности, подходит каждый к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Наталье. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? Он считает. На пальцах? На щупальцах?
5-6 месяцев. Между 5 и 6. Хорошо. 5-6 месяцев. Где ты сидел, в каком месте? На голове сидел. Как она ощущала твое присутствие на физическом плане? Где были боли? Какие боли? Значит, во сне он питался энергиями, она просыпалась уставшая. Во сне ты ее колбасил, да? Понятно. А днем он, да, он показывает, как он щупальцами сдавливает ей голову. Виски. Это было давление или это были головные боли? Что ты делал? Виски у нее. Не боль, там давление. Давление в висках, понятно. И гуманоид. Откуда ты гуманоид? Орион. Орион. Как долго ты находишься в этом биополе? Год. Один год. Чуть меньше. То есть ты пришел сразу после чистки, да? Когда она была чистая, после нашей чистки, и никого там не было. Или когда ты пришел? Он пришел в январе прошлого года. Нет, в этом году. Январь этого года. Понятно. Хорошо. Какая цель твоего визита и что это за клетка? Ты любишь клетки? Он говорит, что он душу вытрясал из нее в этой клетке. У этой клетки наверх идет цепь. И он ее отпускал куда-то, погружал, как в воду, где она задыхалась. Да ты что? И поднимал назад, да, он хотел, чтобы душа выпрыгнула. Серьезно ты подошел к этому вопросу? И ты уверен в своей безнаказанности? Тебе ничего за это не будет? Он ни в чем сейчас не уверен. Да, я тебе сейчас могу даже аргументировать, почему я тебе это спросил. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. И сейчас гуманоид, я из этой живой плазмы сделаю клетку, в которую посажу тебя. И отправлю тебя на твою чистоту. Как тебе такая перспектива? У него глаза больше головы стали. Не хочет он это. Ну все, уже поздно. Представить даже не хочет это. Там твой ДНК. Вот так я тебя и отправлю. Пока долетишь, уже ничего не останется. Как бесцельно прошло твое существование, гуманоид? Он СОС отправляет. СОС. Здесь сигналы перекрыты. Ничего не выходит из этой комнаты диагностики. Здесь время остановилось, никакие сигналы не проходят. Так и есть. Так что, гуманоид, вытрясал душу, да? Ну, хорошо. Как у нас с реверсом, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Реверс закончился. Я просто хотела сказать, что к этой клетке шло психологическое воздействие. Она как с ума сходила от нее, не понимая, почему мысли разные, самочувствие плохое. Да ты что? Падок сил. Психологическое воздействие. Тряс он делал ее. Хорошо. Реверс закончился, установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Наталья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3, обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Наталья себе обратно, на хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Идет, да, Вера? Посмотри, что идет. Но она дышать начинает, она как наполняется изнутри своей сутью. Хорошо. Все, до 100% все свое по праву забираем назад. Она говорит, это мой дух возвращается. Хорошо. Наталья, как вы намерены поступить сегодня с интерферентом, находящимся, который довел вас до этого состояния? Любой ваш приказ мы исполним. Вы хотите его наказать? Она говорит, что пусть полиция его наказывает, но я хочу знать, что я сделала не так. Значит, он до полиции дойдет. Что вы сделали не так? Ну, а мы сейчас спросим гуманоида, пока идет реверс, что сделала Наталья не так? Никакой реакции, да? Нет, он показывает, как он ее видел. От нее шли энергии, и они не были защищены. Не были защищены, хорошо. И это дало ему... Подожди, сейчас он показывает, что на какой-то момент она уделяет им внимание, а потом об этом забывает. То есть это намерение не постоянно в ней находится. Хорошо. Наталья, вот вам ответ на ваш вопрос. Ждем окончания реверса. Готово. Хорошо. Выстраиваю сейчас от Натальи канал прямой к гуманоиду. Наталья, вы помните это психологическое воздействие на вас, доводящее вас до сумасшествия? Помните это чувство? Очень хорошо помнит. Вы хотите его вернуть назад тому, кто вам его дал? Да,
Хорошо. Сейчас я посчитаю до трех, и на счет три вы вернете 100% всех этих чувств, которые вам пришли от этого гуманоида. Один, два, три. Мощнейший поток в течение одной минуты возвращается за весь год воздействия. Все психологическое воздействие перепрограммируется и начинает воздействовать на гуманоида. Точно так он ощущает, как Наталья это ощущала. До 100% да будет так, а так и есть. Но у нее ощущение, что из каждой ее клеточки ее как оболочка выходит негативная и летит к нему. А он? Он покрывается чернотой этой негатива. Что такое гуманоид? Что ты в лице меняешься? За голову держится. У него вот. Психологически тоже начинается штурм. Конечно. Все за одну минуту назад откат пошел. Остановить никто не может. Пока не закончится автоматически. Наталья, возвращайте все полностью. В тот момент, когда вы испытывали этот дискомфорт, все ему верните. Мне радость, смех. Все это покрывало вот этим негативом. Конечно. Она как чистится, цвет меняет она. А гуманоид, он в недоумении, почему его сос никто не слышит. Гуманоид, представляешь? Никто не слышит тебя. Никому он говорит, прекрати мучение. Хорошо. Открывая перед клеткой гуманоида портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Готов уходить, гуманоид? Нет, он кричит не таким образом. Закрываю портал в галактическое ядро. Ты попросил прекратить твои мучения. Я был готов тебе помочь. А ты думал, это серая зона. Ты душу пришел вытрясти, да? А теперь ставлю на маячок, а ставлю монитор над его клеткой 1, 2, 3. И количество подключенных к людей, к этому гуманоиду, появляется. Число проявилось. 13. 13 человек. Отлично, гуманоид. Ну все. Я думаю, ты понимаешь, чем это будет. Ревер закончился. Поехали дальше. Джин, я думаю, ты понял, о чем мы с тобой говорили. Тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, не выходя из клетки. Приступай. Ну, вот в домах мы от него спирали, которые видим. Вот эти спирали у него на руках и ногах он снял. Хорошо. Все забрал? Да. Спрут, выходи. Собирай все, что ты оставил. Отсасывай всю жидкость, ничего не забывай. Возвращайся в клетку, докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, он сгорит просто в этой клетке. Бывало неоднократно, я вам этого не желаю. Но обман в этой комнате диагностики никто не терпит. У него как присоски вокруг ее головы снимает. На висках в том числе. И шее. Скажи, Спрут, вы имеете общее с осьминогами на Земле? Это ваши родственники, да? Да. Почему я спрашиваю? Потому что я читал недавно такую статью, говорят, кровь у осьминога внеземная. Соответственно, у них какие-то есть качества, которые ни одного живого существа на Земле не присутствуют. Они могут тормозить, ускорять свой рост и очень интеллигентны. Это правда, да? Он боится тебя, он просто кивает. Глаза бегают. Забрал. Хорошо. Все забрал. Даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует сейчас Наталью на частоте гуманоида его подключек. Отключает до 100% все. Все чипы, датчики, импланты, конвекторы. Все выходит. На счет 3. 1, 2, 3. Отключается на всех 7 тонких телах. Безболезненно выходит и формируется в шар. Пошел процесс. Шар вышла такая, как пленка какая-то. Это память всего, что она делала этот год. Хорошо. Там есть и частички ее энергии, считая информацию? Нет, это гуманоида. Гуманоидная пленка. Открывая портал в галактическое ядро, все это уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя.
Даю команду, включая внутренний белый свет Натали. И на счет 3 Наталья выдавливает из всех своих 7 тонких тел все негативные, патогенные, низковибрационные энергии, остаточные энергии от интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел со всех 7 тонких тел, выдавливается, выходит с каждой клеточки извилинки головного мозга все негативные, патогенные энергии, формируется в шар. Да, готово. Большой шар. Большой. Открывая под ним портал в галактическое ядро 1, 2, 3, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Джин, ты меня услышал? Ты понял, что если я в следующий раз с тобой встречусь, у тебя не будет ни челмы, ни колец, ни твоего сосуда, все, ни золотых... Все понял, прекрасно. Отлично. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Спрут, ты присутствуешь тоже в квартире? Нет. Хорошо. Но тебя ожидает то же самое, что и Джина, если я тебя второй раз увижу в этом биополе. Ты это услышал? Да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. И еще раз. В моих руках появляется живая плазма 1, 2, 3. Если гуманоиду так понравилось, покажу еще раз. Красиво гуманоид? Он, знаешь, у него в глазах вот этот негатив сейчас, и он плохо видит и чувствует себя нехорошо. От одного вида? Нет, негатив, который ему вернулся, и боль. Ему... Ну. Он полностью наполняет его. Закон кармы. Хорошо, убираю этот шар, входит в меня. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Я приветствую тебя, Ли. Будь любезна, посмотри, пожалуйста, гуманоида. Посмотрели, у него вроде 13 подключек, 13 людям, 13 душам. Если это так, подтверди, пожалуйста. Клетка тоже его в клетке у нас находится. Все забрали. Ничего нового. Клетку выбрасываем, гуманоиды забираем. Хорошо. Открывая под клеткой портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Клетка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Клетка ушла, его забирает. Может, еще 13. Он жалуется. Жалуйся, конечно, жалуйся. В Организацию Объединенных Наций, там тебя услышат. Он жалуется, что ты нарушил порядок. Да ты что? За то, что я наказал... Ареста. Ах, вот как. А я тебя не должен был вообще арестовывать. Я тебя мог и уничтожить. Это межгалактическая полиция с тобой будет разбираться, если ты до нее дойдешь. Так что... Забрали. Отлично. Благодарю, Ли. Давай заправим Наталью энергией. Посмотри, сколько энергии нужно Наталье. Какая частота вибрации? 300. И? 26. На счет 3 макушку головы Наталья начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 300% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает, все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Значит, реактивируем Меркабу в биополе. Наталья, 1, 2, 3. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Активация пошла. Есть. Хорошо, Наталья, мы вам выставили защиту, которую вы должны были сами себе выставлять. Мы вам выдавили этот шар, который вы сами должны были выдавливать. И заправили вас энергиями, которые, соответственно, вы тоже должны были сами делать. Как вы оцените эту проверку? Вы поняли свои ошибки? Как гуманоид сказал, немножко верят, а потом забываю это все отлично и потом вспоминаю. Примерно так и получается. Благодарю вас. Хорошо, Наталья. Ваша свобода в ваших руках. Делайте из этого что-то. Никто из вас за вас это не сделает и не может сделать. Иначе будут приходить такие сущности. Если вы будете сопротивляться, они не смогут себя чувствовать комфортно, не смогут у вас удержаться или войти в вас даже. Работайте над собой. Будем возвращать вас назад. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Натальи в систему биоробот-душа.
заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. Ты отключаешься от объекта и поднимаешься в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.